зеброй ходить. Да. Правильно. А что такое зебра? Она пешеходит. Так, стоп. Нужно всегда переходить только на зеленый свет. Только на зеленый свет светофора. А на красный свет можно переходить? Нет! Так, кто еще знает о правилах дорожного движения, Бахтияр? Что ты знаешь о правилах дорожного движения? Полиция идет, сказал, что не надо идти. Когда красный горит, машина едет. И когда зеленый горит, он идет. Угу, понятно. Паша? Да-да, всегда будь осторожным. Осторожными всегда надо быть. Кто еще что знает о правилах дорожного движения? Дима Черняховский. Когда машина видит на какой-то дороге знак кирпич, значит, что на эту дорогу заезжать нельзя. Вот какое важное правило. Надо не разговаривать по дороге. Когда едешь, да, за рулем, мы не разговариваем. Ульяна. По телефону. И по телефону, да. Что Ульяна знает? Нельзя бегать на дороге, потому что может машина загореть. Сбить, да, машина? Нельзя никогда бегать на дороге. Прежде чем зайти на дорогу, нужно убедиться, да, Есения, что налево-направо налево, мы смотрим, чтобы машин не было. И мы как раз говорил Дима. Вот, кирпич, да, все знают этот знак. Это знак кирпич. И кричим все вместе, да, ручку поднимаем. На этот знак проезд. Запрещен. А может родители едут на этот тест? Мои родители, да. На этот знак едут. Ездили на этот знак? Да. На дороге светофор, электрический прибор. Разным светом он горит, всем машинам говорит. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Он горит на перекрестках, чтоб машинам было просто перекрестки проезжать и друг другу уступать. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Едут на зеленый свет трактор и кабриолет. Если желтый загорится, нужно им остановиться. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Огромный самосвал, он песок сгружает сам. Светофор хоть ростом мал, остановит самосвал. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Быстрая машина тормозит, дымятся шины. Красный цвет, таков закон. Стоп, всем строго скажет он. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь.